Друзья, всем привет! В этом видео я хочу поговорить о таком важнейшем моменте, как развитие чувства времени. Наверняка многие из вас слышали такие выражения типа «у него классное время», «у него время вообще плохое», «нужно развивать чувство времени». Но не все знают, что такое время, для чего его развивать, как его развивать и какие упражнения для этого нужны. В этом видео я расскажу о том, как занимаюсь временем я и какие упражнения помогут вам. Для примера возьмем оркестр. В любом оркестре есть дирижер, и одна из многочисленных его функций – это показывать темп музыкантам. В группе таким дирижером является барабанщик. Соответственно, если барабанщик играет быстрее или медленнее, чем нужно, или в процессе он ускоряется, замедляется, это влияет на звучание всей группы. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо развивать свое чувство времени. И вот какие упражнения помогают в этом мне. Возьмем небыстрый темп – 60. Бочка будет играть на первую и третью четверть, малый барабан на вторую и четвертую, хай-хет будет играть восьмыми. Играя это упражнение, необходимо считать про себя. Раз и два и три и четыре и. Теперь давайте попробуем сыграть этот бит так, чтобы метроном оказался на слабую долю. То есть метроном должен приходить на каждый счет и. Выглядеть будет следующим образом. Раз и два и три и четыре и. Раз и два и три и четыре и. Вы можете пробовать совместить первый и второй бит. Играя упражнение с метрономом на слабую долю, постарайтесь избавиться от ощущения, что метроном у вас играет на сильную долю, а вы относительно этого метронома играете на слабую. Нет, у вас своя сильная доля, относительно которой метроном играет на слабую. То есть вы должны почувствовать, что метроном играет именно на И. По аналогии с этим упражнением, попробуйте поиграть упражнения, в которых метроном будет на четвертую шестнадцатую и на вторую. Это, конечно, немного сложнее и потребует у вас большего времени, но освоившись, вы почувствуете, насколько стабильней стала ваша игра. Итак, освоившись в комфортном медленном темпе, для меня это 60, для вас может быть любой другой темп, пробуем сократить удары метронома в два раза. То есть, если было 60, метроном станет 30. Но вы продолжаете играть в темпе 60. То есть метроном будет приходить на первую долю и на третью. Прежде чем начать играть упражнение, я предлагаю вам немного посчитать про себя. Раз и два и три и четыре и. И только тогда, когда вы уже со счетом попадаете в метроном, начинайте играть рисунок. Сначала может получаться не очень ровно, но не останавливайтесь, старайтесь с каждым новым тактом сыграть все точнее и точнее. Следующим этапом будет смещение метронома на слабую долю. Помните, что у вас своя сильная доля, и метроном относительно нее должен быть на слабую.
Не бойтесь пробовать играть упражнения, где метроном будет на вторую или четвертую шестнадцатую. Да, это немного сложнее, но освоившись в этих упражнениях, вы почувствуете, насколько более стабильной стала ваша игра. Также пробуйте сокращать количество ударов метронома. Например, было 2 удара в такт, попробуйте сделать 1. После этого игра с метрономом на сильную долю вам покажется простейшей задачей. Друзья, записывайтесь на бесплатное пробное занятие в нашу школу Drum Stars, и мы научим вас этому упражнению и многим другим. Удачи!